Актуальное интервью в эфире. С вами Анна Харунжева. Здравствуйте. 14 и 15 апреля 2023 года впервые пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства. Это удобная и эффективная площадка для взаимодействия работодателей и соискателей. Узнаем подробности мероприятия у Лейли Свекольниковой, начальника отдела анализа рынка труда и содействия трудоустройству населения Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Лейла Герихановна, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарим вас, что пришли сегодня к нам. Ну, впервые пройдет такое масштабное большое событие всероссийское. Что это такое Всероссийская ярмарка трудоустройства? Ну, Всероссийская ярмарка трудоустройства – это мероприятие, которое пройдет приблизительно в одни и те же даты, близко по территории всей Российской Федерации. Организатором основным и главным ярмарки является Министерство труда Российской Федерации. И помогают, также принимают участие в организации ярмарки и Министерство просвещения, Министерство промышленности. Ну, много кто принимает участие также. На территории, значит, вот что надо сказать, что предполагается, что эта ярмарка пройдет в два этапа. Первый этап как раз вот в ближайшее время, это вот 14-15 числа, как вы сказали, но у нас в Ставропольском крае первый этап будет немножко в другие даты, я вам сейчас отдельно расскажу. Второй этап предположительно будет проходить 23-го. Июня. И здесь будут более широкие мероприятия, возможно, будут телемосты какие-то. Я пока не готова сказать, как это будет проходить. Ближе к событию, еще раз, наверное, может быть, мы с вами встретимся и тогда расскажем, как будет проходить федеральный этап. Теперь вернемся к региональному этапу. У нас в Ставропольском крае мероприятия пройдут. Основная часть 14-го в пятницу, в ближайшую апреля. И на следующей неделе, в следующую пятницу, 20 апреля, в отдельных территориях они пройдут, будут мероприятия 18-го, 19 апреля. Но как вот не запутаться, да? Мы у себя на сайте специально, чтобы никому никуда не надо было далеко ходить искать, на главной странице разместили всю необходимую информацию. И в частности, там размещен календарь ярмарок вакансий, он в удобной табличной форме размещен, и там прям по территориям видно, в какой территории какие мероприятия будут проходить. В основном это будут два мероприятия, 14 и 20 числа. Где-то только 14-го, где-то только 20-го, но в основном 14-го и 20-го. И мероприятия, которые будут 14-го числа, это, как правило, узкоспециализированные мини-ярмарки вакансий, как мы их называем. За исключением Невинномысска и Георгиевска, там в эти даты пройдут крупномасштабные ярмарки вакансий. 20-го числа, наоборот, почти во всех территориях пройдут крупномасштабные ярмарки вакансий. И в этих, а вот в этих территориях, которые я назвала, наоборот, будут узкоспециализированные мини-ярмарки вакансий. Чем формат мини-ярмарки, да, наверное, интересно, отличается от крупномасштабной? Мини-ярмарка вакансий, туда приглашаются точечно несколько работодателей. Бывает, что по отраслям, бывает, что те, которые предлагают какие-то специфические вакансии, допустим, для трудоустройства инвалидов, или там по какой-то специальности определенный набор проводят. И приглашаются соискатели, ну, все желающие и те, которые наши клиенты, которые у нас стоят на учете в службе занятости, их подбирают, которые предположительно подходящие для этого работодателя. А ярмарка – это всегда площадка, где работодатель и соискатель сразу могут посмотреть друг на друга, поговорить, составить друг о друге какое-то представление, что способствует скорейшему трудоустройству. Крупномасштабные ярмарки вакансий – это, как правило, комплекс мероприятий.
мероприятий. Там проводятся не только встречи работодателей и соискателей. Туда мы приглашаем представителей крупных учебных заведений. Они проводят свои профориентационные мероприятия. Также проводятся профтестирования для школьников, для того, чтобы школьники могли прийти, посетить эти мероприятия, поучаствовать в тестировании и узнать, к чему они больше склонны, и чтобы это им помогло в дальнейшем выборе профессии. Также мы приглашаем на эти ярмарки представителей Государственной инспекции труда. Они проводят консультации по трудовому законодательству. И представители профсоюзных объединений. Ну и могут быть какие-то культурные мероприятия тоже, ну, чтобы было поярче и повеселее. Вот примерно так. Хотела я сказать, что чтобы посмотреть, в какой территории, когда и какое именно мероприятие будет проходить, это наш сайт stavzan.ru. Его многие знают уже, он у нас популярный, посещаемый. И прямо на главной странице у нас находятся ссылочки на календарь ярмарок вакансий. Есть раздел мероприятия. В разделе мероприятия также размещены, в какие даты, в каких территориях, какие мероприятия будут проходить. Еще это тоже некое новшество вот именно в этот раз. В рамках и регионального, и федерального этапа мы организуем во всех территориях профтуры для школьников в предприятии и организации, чтобы дети могли поехать на предприятие, посмотреть, как устроено производство, чтобы какие-то передовые сотрудники с ними побеседовали. И мы надеемся, что это также им поможет в дальнейшем выборе профессии. Ну, действительно, очень масштабное, яркое. Календарь профтуров также размещен на главной странице. Можно открыть, посмотреть, где какие профтуры будут у нас. Так, я думаю, что у наших телезрителей, возможно, возник вопрос, вот как можно стать участником как с одной стороны, так и с другой. Ну, к участию мы приглашаем абсолютно всех без ограничений. И работодатели, как правило, приглашают центры занятости. У них же есть контакты с работодателями. Мы абсолютно всем без ограничений рассылали предложения. И те работодатели, которые имеют вакансии и которые хотели бы их побыстрее заместить, они должны зайти на портал «Работа в России» не позднее, чем за 3 дня до проведения мероприятия, разместить свои вакансии, приходить на мероприятие, там для них все будет организовано, стол для собеседования, стульчики, это уже забота наших центров занятости. Вот это то, что касается работодателей. Соискателей там вообще никакие предварительные заявки не требуются, приглашаются абсолютно все желающие, приходят, смотрят календарик, выбирают для себя мероприятия, приходят и участвуют. Угу. Но если говорить о профессиях, наверняка их большое множество, какие будут представлены вот именно. Вот большое множество. Вы правильно сказали, потому что у нас в крае тоже нам, у нас в крае подключились абсолютно все министерства к подготовке к этой ярмарке вакансий. То есть подключились наши коллеги из Министерства образования, из Министерства промышленности, из Министерства здравоохранения для того, чтобы мы могли представить как можно больше работодателей. И поэтому работодателей у нас будет очень много, они будут из очень разных отраслей. И если сейчас перечислять те профессии, которые будут представлены, это будет большой, очень и непонятный список профессий. Поэтому, знаете как, много будет вакансий в сфере здравоохранения, много вакансий, вот я просто просматривала уже предварительно, это же, конечно, еще не окончательно, потому что списки предприятий, вакансии, они будут уточняться. И водительские, есть инженерные будут специальности представлены,
представлены. Будут представлены специальности по рабочей сетке тоже. Совершенно разнообразные. Ну, то есть вполне реально действительно прийти на эту ярмарку и получить, найти работу. Ну, и, естественно, в зависимости от территории вакансии будут немножечко разнообразные. Там в сельском хозяйстве будут больше, тем более, что сейчас вот у нас уже начинаются весенние полевые работы, будут работодателями представлены больше сельскохозяйственные профессии, в городах будут больше и промышленность, и офисные работники, и водители, совершенно разнообразно. Ну вот называется она «Ярмарка трудоустройства», да? До этого вы говорили, что вот есть обычные ярмарки вакансий. Они чем масштабом только отличаются? Ну, они отличаются масштабом, и то, что это впервые, это мероприятие проводится в масштабах всей России. А в особенности, наверное, больше это будет касаться федерального этапа. Я почти уверена на 100%, что будут организованы какие-то телемосты, чтобы люди, которые у нас готовы сменить место жительства в поисках работы, которая им по душе, могли бы принять участие в собеседовании с работодателями, которые не на нашей территории находятся. Тем более, что есть у нас предприятия, которые испытывают сейчас довольно-таки существенный кадровый голод. И вот мы надеемся, что мы поможем эту проблему друг другу решить совместно с коллегами. Интересно, как оно будет решаться в моменте. Пока не готова сказать. Туда дальше. Опыт впервые, интересно. Туда дальше будет понятно. Хорошо, если у человека уже есть работа, и вот он только выбирает профессию, можно попасть на ярмарку, то есть... Работа есть, а он пришел. Конечно, можно. Но работа есть, но не всех же текущая работа устраивает. Кто-то, может быть, хочет зарплату побольше. Кого-то, может быть, зарплата нормальная, хочет работу более интересную. Ну, человек занят не своим делом. Такое же часто бывает. Поэтому приходить, разговаривать, беседовать. Может быть, даже профориентационные какие-то мероприятия посетить. Там то, что там свои стремления тайные, может быть, что они найдут как раз подтверждение. Прошел профтестирование, оказывается, то, что ты сильно хочешь, оказывается, тебе вот именно этим и надо заниматься для того, чтобы труд приносил удовольствие, а не только какие-то материальные блага. Угу. И вот эти мероприятия, они все бесплатные будут? Да, конечно. Угу. Конечно. И как для граждан, так и для работодателей. А Лейла Герихановна, скажите, кто является партнером Всероссийской ярмарки трудоустройства? Кто все-таки постарался, чтобы это состоялось действительно большое? Ну, да, я уже немножко обмолвилась на эту тему. Да, организатор. Основной организатор у нас Министерство труда Российской Федерации. И, соответственно, на местном уровне соответствующее ведомство. То есть у нас в крае это наше министерство. Но нам также помогают все органы исполнительной власти. Нам это очень важно было для того, чтобы привлечь как можно больше работодателей. Отраслевые министерства все нам помогают. Министерство образования, Министерство здравоохранения. Вот те же самые профтуры провести. Тоже Министерство образования. Мы с ними договариваемся, детей вывозим на предприятия. Также партнерами для нас являются государственные инспекция труда, которые помогут нам грамотно и хорошо организовать консультации по вопросам трудового законодательства и объединение профсоюзов. Угу. А вот дети, вы говорите, пойдут на экскурсии, это старшие уже классы? Ну да, это не совсем, конечно, малыши, это такие уже дети, которые задумываются о выборе профессии. Да. А вот кстати, интересно ваше мнение, когда пора бы задуматься о выборе профессии, в каком классе примерно? Ну, это же у всех по-разному происходит, но мне кажется, 6-7 класс уже нужно чего-то как-то присматриваться. Ну, во-первых, у детей же уже школьная программа такая, которая направлена на различные предметы, уже, наверное, формируются какие-то склонности, уже ребенок понимает, что ему нравится, что ему меньше нравится, что совсем не нравится. Да, каких, в принципе, результатов вот вы ждете от этой ярмарки?
Ну, во-первых, мы хотели бы, конечно же, привлечь внимание к службе занятости, чтобы больше народу знало, что есть такая служба, и что в случае, если такое произошло, потеря работы, нужно, ну как, самостоятельно работу, конечно, тоже искать надо, но и сразу обращаться к нам. Мы поможем это сделать более быстро, более квалифицированно, где-то направим, где-то что-то подкорректируем. Ну и, конечно же, мы очень надеемся, что работодатели найдут себе работников прямо сразу, а люди побеседуют с работодателями, получат какие-то рабочие места. У меня есть примеры, ну вот такие мои личные примеры. Например, ярмарки вакансий, ну, маленькие, городские у нас, когда проводились, я себе в отдел двух работников там нашла. Они у нас трудоустроились к нам и успешно работают уже десятки лет. И найдены они были этот там. Мы тогда выступали как работодатель, потому что в отделе были вакансии. И я поэтому могу сказать, что да, это действительно очень удобно. Потому что обычный подбор себе сотрудников, да, вот я сейчас как работодатель говорю, там процесс такой более длительный. Там работодатель подал вакансию, эту вакансию рассмотрели, подобрали ему работу. Вот представьте, вот он заполнил карточку, она упала в базу данных. По базе данных сделали приблизительный такой подбор работы. Причем, как делается подбор работы? Работодатель заявляет основные такие свои критерии, требования, чтобы он хотел от соискателя, какая у него должна быть профессия, какое образование, какой опыт работы. Ну и, соответственно, к нам люди приходят тоже с набором каких-то данных. И там автоматически подбираются предположительно полезные соискатели. Список мы направляем работодателю. Работодатель смотрит список и чисто так, вот этот мне, наверное, подойдет, а вот этот, наверное, не подойдет. Этого пригласите, а этого не пригласите. Часто бывает так, что тех, кого не приглашают, это именно те люди, которые, вообще-то говоря, нужны. И что, допустим, нехватка какого-то опыта или каких-то знаний, они очень быстро компенсируются непосредственно на рабочем месте. Зачастую бывает важнее, чтобы человек был контактный, чтобы он хваткий был. А вот именно это вот так не почувствуешь, только с человеком поговорив непосредственно. А пока к работодателю соискатель дойдет на собеседование, это пройдет не один день от подачи вакансии. А так это все происходит здесь и сейчас. Действительно, вот да. Решается вот да. на вот этой энергии. Человек пришел, да. Он захотел да. работу. Да. Может, да. тут же ее прямо и получить. Конечно, да, конечно. Они поговорили, о чем-то договорились, и дальше пошли уже потом более тесно собеседовать, ну, да. предоставлять документы. Получается, и работодатель сразу увидел лицо человека. Да, это интересно. Вот на ваш взгляд, может ли такая всероссийская ярмарка трудоустройства стать ежегодным событием? Ну, Минтруд имеет такое намерение, скажем так, что проводить ее будут каждый год, ну а дальше жизнь покажет. Но я думаю, что раз Минтруд такое намерение имеет, то так оно и будет. Ну, если говорить, может быть, о каких-то все-таки необычных профессиях, уже же у вас заявок наверняка много. А сколько, вот, если не секрет, уже подано? Ну, примерно, или вы так, наверное, не можете, да, ответить? Ну, наверняка уже большое много, количество. Ну, много. И работодателей много, и вакансий много. Соответственно, потому что каждый работодатель, как правило, не с одной вакансией придет на эту ярмарку. Ну, масштаб, конечно, события впечатляет. Такое впервые. Расскажите, пожалуйста, еще, что на федеральном и что с нами. Я так понимаю, что объединение – это вот как раз телемосты, да, будут объединять? Да. А еще, может быть, что-то или как-то кто-то друг к другу поедет? Или это уже после? А зачем ездить? Пандемия у нас показала, что ездить вообще не обязательно никуда. Даже на работу иногда не обязательно ездить. Можно дома сидеть и все делать. Поэтому как раз-таки вот эту задачу, я думаю, будут решать как раз-таки телемосты. А что касается масштаба мероприятий, площадок по России будут, во-первых,
во-первых, в каждом регионе как минимум одна площадка. Там вот сегодня приходил пресс-релиз, я посмотрела, там в 20 регионах, там площадка будет одна, единая на регион. Мы решили по такому пути не идти, потому что мы хотели бы, чтобы эти мероприятия были доступны для жителей всех населенных пунктов. Потому что, ну, ехать в Ставрополь, ну, не каждый на это решится, во-первых, а во-вторых, как это организовать в Ставрополе, такой масштаб с таким количеством людей. Поэтому мы пошли по другому пути, и мы эти площадки организовали во всех районах. И если это мини-ярмарка вакансий, то эти мероприятия у нас проходят в здании центра занятости непосредственно. Это тоже помогает людям познакомиться с центром занятости и тем же и школьникам. Мы, конечно, хотим, чтобы им наши услуги в дальнейшем не очень понадобились, но жизнь устроена так, что с ситуацией потери работы часто люди сталкиваются, и бывает, что в жизни не один раз. Поэтому всем должно быть понятно, куда идти, зачем идти и как какие услуги получить. И когда крупномасштабная ярмарка вакансий, они проводятся, как правило, вот в сельской местности бывают там районные дома культуры, как правило, в этих заведениях. Учебные заведения нам также предоставили свои площадки. По городу Ставрополь у нас будет организована площадка на открытом воздухе. Это мероприятие пройдет на площади 200-летия. Здорово. Ну, туда много, наверное, кто сможет поместиться, конечно. Это хорошо. Ну, вот напоследок хочется задать вам такой вопрос. Вот если человек все-таки потерял работу при каких-то обстоятельствах, во-первых, что ему делать? Он, наверное, не отчаиваться, да? И как все-таки быстро он сможет, если он действительно захочет, найти работу? Если захочет, то сможет, потому что вакансий у нас много. У нас вот на каждый день в базе данных по краю примерно 28, 29, 27 тысяч вакансий каждый день бывает. То есть, ну, одни заявляются, другие снимаются там по разным причинам, то ли в связи с тем, что работника нашли, то ли там по каким-то другим причинам вакансия отпала. То есть работа есть. Чтобы оценить масштаб, я могу сказать, что безработных у нас меньше 8 тысяч сейчас состоит на учете. Поэтому вакансии у нас в 3-4 раза больше бывает. Конечно, есть такой момент, как несовпадение. Там вакансии одни, люди другие. Но для этого у нас тоже существуют мероприятия, которые помогают вот эту неравномерность устранить. Например, ну, не секрет, бывают люди с какими-то редкими профессиями. Сейчас еще жизнь такая, что люди переезжают из одного населенного пункта в другой. Там приехал, допустим, откуда-то, где там, ну, добывающая промышленность развита. У нас с края требуется немножко другое. Для этого у нас есть программы профобучения, опять же, профориентация, социальная адаптация на рынке труда. Там, где человеку расскажут, что именно ждет от него рынок труда Ставропольского края, и помогут именно эти навыки и компетенции получить в кратчайший срок. Поэтому, во-первых, не теряться, быть активным обязательно. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну, я думаю, на такой позитивной ноте мы и закончим нашу сегодня программу. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли и подробно нам обо всем рассказали. Ну, а в гостях у нас была Лейла Свекольникова, начальник отдела анализа рынка труда и содействия трудоустройству населения Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Ну, а вы, уважаемые телезрители, берегите себя, оставайтесь на своем.